Все началось в моем родном городе, где я родился. И там по детству, как обычно, все начинают мальчишками играть в футбол. И так получилось, что в одной школе мы учились с Ильясом Джитилаевым. Это игрок национальной сборной Узбекистана на данный момент. И отец у него был тренером. И он мне как-то предложил, говорит, давай пойдем попробуешься в футболе. Пошел, попробовал, очень понравилось, так и пошло с детства. Первого тренера звали Борис Зитулаев. Ну, вот, он был тренером в Ангрене у нас, в городе Ангрене. Мы играли там, ездили с детьми там. Сначала по школам ездили играть между школами, потом на область начали ездить. Ну вот так и как-то пошло-поехало. Потом в 7 классе я перебрался уже в Ташкент, специальную спортивную школу, РОР называют. Там уже отбирали сильнейших ребят на данный момент. Там собирались со всего Узбекистана игроки, самые лучшие по юношам. Вот оттуда, я думаю, я набрался большого урока и большой такой жизненный опыт пошел оттуда. Потому что у нас постоянные были тренировки. Мы практически не спали, не ели, только тренировались. В 6 утра у нас был подъем, тренировка, потом школа, 2 урока. Опять тренировка, опять школа, и потом опять тренировка. Так получалось, 3 раза тренировались. Потом в 10 классе уже поступило предложение с высшей лиги. Это команда Дуслик была. На тот момент она являлась чемпионом страны. И меня стали привлекать в высшую лигу. Там я сыграл там одну или две игры, так как был еще слишком молодой. На тот момент я был еще и ростом маленький. Сыграл 2 игры. Потом команда, просто она чуть-чуть развалилась, и сразу поступило предложение Спартакора. И вот Спартакор там раньше не собирали команду Спартакор, а собирали команду Олимп, чтобы все сборники находились в одной команде, и чтобы сборная была сильная, чтобы все сыгранные были. И по каким-то обстоятельствам Спартакором что-то там произошло, я даже не знаю, что произошло. И этот Олимп просто все взяли и стал называться Спартакором. Вот с тех пор начал играть в Спартакоре. Через год, как я сыграл в Спартакоре, новогоднюю ночь мне позвонил президент клуба Спартакора и говорит, собирай вещи, через 2 дня ты едешь в ЦСКА. Я сначала не поверил, думал, новогодняя шутка какая-то. 1 числа позвонили мне, говорит, вещи собрал, давай, все, ты едешь. Так я оказался в ЦСКА. В ЦСКА тоже я поехал, тоже, считаю, в раннем возрасте. Так, мне было на тот момент 18 лет. И нападение у нас там, были очень хорошие игроки. Там Вагнер Лав, Олич был, там шансов практически мне играть не было. Я там пробыл 2 года. Сыграл 2 игры, что ли. Да, 2 игры. И после этого я подошел к Валерию Газаеву, сказал, отпустите меня в аренду, так как я играть хочу. И после этого я перешел в Торпедо Москва. Там тоже 2 года проиграл. Там тоже были хорошие, сильные игроки. На тот момент был Панов Александр, когда он за сборную там французом колотил. Симшов, Зырянов был. Такие хорошие игроки были.
Торпедо тоже там как-то у них банкрот, команда обанкротилась, и всех игроков просто распустили. После этого я думал, что мне надо как-то опять набирать форму, и решил поехать в Узбекистан, ну, в свой родной клуб, как сказать, Пахтакор. И там играл до 3 года, по-моему, там играл в Пахтакоре. После этого у нас была сборная. После сборной мы играли в полуфинале с корейцами. И после корейцев поступило предложение поиграть в Корее. Потом поехал в Корею, год сыграл там. Ну, решил вернуться, потому что ну, немножко как бы не заладилось то, что ну, язык не понимал, и переводчик не так сильно мне помогал с языком. Ну, тяжело было мне в жизни, там, с едой у меня там проблемы были там. И ну, я доработал свой контракт, там, доиграл там, и сразу после этого поехал в Эмираты. В Эмиратах я вообще долго не задержался, полгода где-то сыграл, потому что понял, что или я буду, мне надо дальше играть в футбол, либо после Эмирата вообще заканчивать. Когда позвонил мне агент, он говорит, есть предложение с Казахстана. Я сначала отреагировал как-то, ну, не очень, потому что в 2000, не в 2000, я даже не помню, когда именно в Чимкенте проходила игра Алма-Ата ТВ, по-моему, когда играла сборная Казахстана и сборная Узбекистана. Там, как сказать... Нет, давайте я лучше это не буду говорить. Ну, просто судьи нас прибили здесь и... Ну, говори, а что здесь такое? Ну да, был, по-моему, судья из Киргизии, я даже не помню. И просто нас прибил здесь и как-то... И какой-то осадок остался, то, что судьи постоянно так убивают. Ну, и не то, что осадок, а неприятные ощущения остались. И думаю... И сначала подумал, что в Казахстане так, ну... Неважно, с футболом. Но это первое мнение мое было такое. Ну, когда команда Актобе находилась в Москве на сборах, и мне агент позвонил, на тот момент я находился тоже в Москве, и он мне сказал, съезди, посмотри, они играют товарищеский матч. Говорит, может быть, понравится, там, посмотришь. Я приехал на игру посмотреть, взял с собой бутсы на всякий случай, там, думаю, сам потренируюсь, пробегусь. И приехал, и увидел практически все знакомые лица. Я даже не представлял, что они играют в Актобе. Там Самат Смаков, Андрей Сидельников, там Марат Хайруллин. Я даже не знал, что они там. Я посмотрел игру, мне очень понравился их стиль, как они играют. И я с удовольствием согласился. И ребята ну, сказали, что ты не пожалеешь, приезжай. Все будет хорошо. Так я собрал вещи и приехал в Актобе. Ну, в Актобе, я думаю, я провел хорошие годы, потому что стали чемпионами, завоевал бронзу и выиграл суперкубок. Я думаю, за 2 года это нормальный показатель. И при такой поддержки болельщиков, которые у Актобе, я думаю, нету нигде в Казахстане такие болельщики. Я думаю, нужно всем болельщикам в Казахстане ну, стремиться, чтобы везде так было. Ну, неприятные моменты были, конечно, то, что расстались так как-то некрасиво, что ли, можно так сказать. Ну ладно, это уже... Я не держу ни на кого зла. У меня сейчас другие задачи, я в другой команде. Так что все нормально. Ну, первое мнение, когда я провел
Да, первую игру в Казахстане. Ну, меня так первую игру плотно опекали, если честно, так я сначала мне вообще ничего не давали делать. Я думаю, ну, уровень чемпионата, значит, нормальный. Ну, до этого я, если честно, вообще не знал о казахстанском футболе, вообще ничего. Ну, так, слышал, там, ребята играют, да, как общались там, но про уровень, там, чтобы самому надо было увидеть, как-то убедиться, проверить, даже на поле выйти. Поэтому я не понимал. И я, когда вышел на поле, я почувствовал, что уровень Казахстана на хорошем уровне, так как не дают спокойно принимать мяч, постоянно опекают тебя физически, все ребята здоровые. Но это я считаю, что нормально, потому что футбол сейчас развивается, и все растут команды в том смысле, что физически, технически, тактически. Поэтому ну, давайте возьмем лидеров чемпионата, там, например, Астану, Актобе и Кайрат. Посмотрите, все рослые, здоровые, техничные, грамотные ребята. Поэтому уровень чемпионата хороший. После Актобе я ждал предложения, если честно, из других казахских клубов, но на тот момент был еще лимит, на возрастной лимит. И поэтому мне было тогда 29-30, да? А 31 уже как бы нельзя, да, участвовать. И когда мне сказали, что уже, наверное, навряд ли, потому что это лимит, ну, я расстроился, конечно, и пришлось поехать в Узбекистан, команда «Локомотив». Там сыграл я полгода, и когда это, даже полгода прошло, и мне звонят ребята, говорят, что сняли лимит, будем рады тебя видеть обратно. Ну, сейчас, на данный момент, у меня контракт с «Локомотивом», и я нахожусь на сборах в Турции. И с нами была в одном гостинице команда «Иртыш», и там Сэм Смаков, я с ним пообщался, я говорю, Сэм, это, ну, правда, что так? Он мне сказал, да, давай, короче, если хочешь к нам, переходи. Я говорю, ну, так, я просто так не могу, сам все решить. И от того слухи пошли, что в Иртыш я перехожу, там слухи были, но ничего такого конкретного не было. И перед самой заявкой позвонили с командой Ордабасы и сказали, вот есть вариант. Я с радостью согласился, потому что многих ребят я тоже здесь знаю. И посмотрел на состав и то, что можно с таким составом бороться за медали. Ну, конечно, мне тяжело было первое время. Сейчас я более-менее так освоился уже. Потому что такую тактику и видение игры ну, нашего тренера мне тяжело было, конечно, подстроиться, потому что я играл немного в другой футбол. Ну, прошло какое-то время, и я, ну, подумал и понял, что тренеру нужен результат. И красивая игра. Я знаю, что чимкентские болельщики, они очень любят техничный футбол. Но с приходом Балютыча, я думаю, сейчас первое поражение, которое мы потерпели, слишком раскритиковали нас болельщики, но это нормально, я считаю, что критику надо всегда воспринимать нормально. Самое сложное, наверное, проигрывать дома. Это, наверное, самый тяжелый момент, когда дома при своих трибунах проигрываешь. Когда, я думаю, когда ты хочешь выиграть какие-то медали, дома нельзя отпускать никого. Ни лидеров, ни аутсайдеров.
Ну, чемпионат Казахстана и Узбекистана, я думаю, они совсем разные, так как чемпионат Узбекистана, он более техничный, а в Казахстане более силовой такой. Может, это связано, я думаю, может, как-то с климатом, то, что в Узбекистане жарко везде, здесь жарко только в Чимкенте, и поэтому команды много держат мяч, контролируют мяч, и чтобы измотать соперника, просто по жаре нереально бегать 90 минут. А в Казахстане не везде такая погода, даже летом прохладно бывает, поэтому здесь более силовой, более быстрый футбол. Просто когда я первый раз пришел в Актобе, я даже не знал про эту шестерку, если честно. Я пришел, и я думаю, блин, скоро чемпионат уже вроде заканчивается, а я говорю, что мы сейчас выиграем и чемпионами будем там? Они говорят, да нет, и что, потом начинается шестерка. Я говорю, какая шестерка? Удивился. Они говорят, ну вот, потом шесть команд, опять все заново. Я говорю, елки-палки, это еще один чемпионат, говорю. Ну, по накалу в шестерке, конечно, это что-то. Это такие эмоции непередаваемые, которые, я думаю, это плюс, потому что и зрелищность футбола, и болельщикам интересна такая система. Просто, если когда играешь два круга, вот, например, как в Узбекистане, я думаю, где-то можно как-то подрасчитать, там, подсчитать, где можно терять очки, где. А здесь непредсказуемо. Ты дошел до шестерки, и потом все заново начинает. Я слышал даже, что с шестого места становились первыми. Ну, город Чимкент, блин, если честно, удивил то, что он сейчас строится, развивается. Рядом с Ташкентом, плюс большой, и много узбекской кухни, и вкусная кухня, причем, вот, я ездил во многих странах и ел узбекскую кухню, например, и, ну, не то все равно, да, а вот в Чимкенте я удивился, что очень вкусно, и даже можно сказать, что в некоторых ташкентских ресторанах так не готовят, как здесь. Вы не поверите, вот, находясь в Чимкенте, я еще даже не попробовал бешбармак. Но до этого я пробовал, конечно, но мне очень, если честно, нравится бешбармак. Просто не могу его много есть из-за того, что вес начинаешь набирать. А так очень вкусно. И кумыс люблю попить, и козы поесть. Что меня удивило, ну, люди, наверное, вот где бы, куда бы я ни обратился за помощью, мне везде помогли бы, что-то подсказали, объяснили. Вот, наверное, вот этого. Я вот родился в Узбекистане, да, и как уважение к старшим, это здесь тоже такое, то же самое практически. И мне это радует, что уважение к старшим – это большой плюс. Болельщики Ордабасы, конечно, хорошие в том смысле, что собираются, приходят на базу люди, что-то советуют, что-то говорят, что-то желают, все время переживают. Это о многом говорит, потому что людям не безразличен футбол в Чимкенте. На трибуны собирается, ну, достаточно много человек, и это настолько... Нам остается только радовать их победами и хорошей игрой. Да, бывают не все, конечно, болельщики, ну, как сказать бы, что, ну, бывают такие моменты, что не идет игра, там, не получилось выиграть, там, не забил, там, ну, хотел бы попросить их не оскорблять футболистов, так как на стадионе сидят жены, матеря, игроков, и как бы не очень приятно будет слушать. Это не все, конечно, болельщики такие, но бывает. Просто хотел бы попросить болельщиков как-нибудь высказываться помягче, что ли, если вы недовольны.
А так ситуация с моим интервью, конечно, это немножко был неправильный перевод, и я знаю, что ко мне подходили болельщики, обиделись немного. Я сразу объяснил, что это был перевод неправильный. И я сам смотрел это интервью, они согласовывали со мной, так что был перевод неправильный, и ничего про чемпионских болельщиков я плохого ничего не сказал. Ну, не то, что плохого, я просто ничего не сказал. Они спросили про узбекских болельщиков, есть ли в Казахстане узбекские болельщики. Я говорю, да, есть, их много, говорю. Я говорю, я встречаюсь с ними на улице, они узнают меня, и все. Такого плохого ничего я не говорил. Так что все нормально. Хотел бы еще добавить к тому, что наши болельщики, Чимкенти, это наш 12-й игрок, и без них нам будет тяжело. Вы даже вот в Астане, когда мы играли в Астане, мы играли как дома. Это было очень приятно, так как видеть чимкентских болельщиков на Астане арене, это тоже о многом говорит. Так что мы вас с командой всех любим. Приходите всегда на футбол, мы вас всегда будем рады видеть. Эй! Hey!